Всем привет! Сегодня готовлю интересный салатик с селедочкой. Получается необычно вкусный, сочный и очень аппетитный, который не оставит равнодушным ваших родных и близких. В лук выжимаем сок лимона и оставляем мариноваться на 10 минут. Огурцы нарезаем небольшими кусочками. Селедку нарезаем мелким кубиком. В тарелку выкладываем нарезанную свеклу и добавляем немного масла. Все хорошо перемешиваем. Добавляем замаринованный лук, картофель, селедочку, огурчики, солим и перчим по вкусу. Добавляем немного масла и все хорошо перемешиваем. Отправляем в холодильник на 30 минут. Наш салатик готов, можно подавать к столу. Получился очень ароматный, аппетитный, сочный и невероятно вкусный. По желанию можно добавить немного зеленого горошка. Кому понравился рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем желаю приятного аппетита и отличного настроения. Удачи! Пока-пока!